Друзья мои, всем желаю воскресного, хорошего дня. Готовлю Ашкыму завтрак. Остатки колбасы, бастурмы. Сейчас я, смотрите, что сделаю. У меня был тонкий такой лавашек. Смотрите. Что я только не придумала. У меня был тонкий лавашек. Я его немножко сбрызнула водичкой. Сейчас взбиваю яйца и залью это все смесью. Смотрите. Вот такой вот я придумала сегодня Ашкыму завтрак. Обалденный, красивый завтрак. Закрою крышкой. И сыр потом добавлю. Так, я его завернула, и все готово. Няшкам сделал мне такой сюрприз, чтобы я не готовила, отдохнула. Заказал сервис. Смотрите. Тут что, картошка, лук печеный, такой лук. Аж упало у меня. Все падает. Мяско. Айран сделал сам. И посмотрите, у нас тут смешанное все. Как вкусно. Вот такой праздник у меня воскресенье. Боже мой, как же это все вкусно. И вот за вот таких две порции 90 лир. Совсем недорого. Мы как будто побывали сегодня с Ашкымом в ресторане. Вот еще закусочки. Картошечка. Все точно так же, как в ресторане. Вот и воскресный день, а я хотела жулен делать. Покажу сердце нашего Мерсина. Откуда что начиналось. Какие здесь улицы есть. Видите, мои хорошие? Магазины. Обожаю этот район. Что Самтекс — это тоже очень хорошая марка магазинов. Но я туда еще не заходила. Какие красивые платья красные свадьбы. Вот так следят за чистотой. Так, пришли на следующую улицу, и тут видите, строится все джами. Мы подходим к самому главному, к большой джами. А этот район центра, здесь очень много... Куимджилакс Сокар? Сокак. Это улица, где очень много магазинов ювелирных, где продают золотые украшения. Вот там Western Union, кто хочет знать, возле главного Зиратбанка. И здесь полно этих золотых украшений, мои хорошие. Ой, как я люблю золото. Хотели с Ашкымом позавтракать, и везде закрыто. Сейчас сидим в таком месте, вот в кафе, но они нам, ему сделают тостер, я не хочу тостер. И будет где-то так стоять и кушать. Вот такое время пришло. Мы так разбежались в наше любимое, излюбленное кафе, хотели пойти. А, естественно, все будет закрыто. Сейчас покажу вам такой красивый магазин золотой. Сижу и любуюсь. Смотрите, турецкие украшения, если видите отсюда. Пойду поближе посмотрю. Вот вроде бы кафе есть, но нельзя кушать на улице. Видите, как мой Ашкин проголодался.
и кроме тостера ничего не нашел. А здесь вот площадь. Баксаны я пёрла. Смотрите, голубь. И сейчас его спасают. Запутался в пакете. Какие люди молодцы. Видите, помогают как-то что-то делать. Запутался в этих пакетах чертовых. А другие как переживают птички. Вот и здесь площадь, где голубей полно. Кормят их, снимают вот. Лезут они его, вот, смотрите, чтобы на голову нас мяшка. Кафата душмис. Герой. Смотрите. Не достает. Спасатели. С этой стороны не достают. Сейчас, наверное, с той полезет. С этой стороны по лесу. Чуть-чуть осталось. А, все. Все, спасли голубя. Все, с пакетом он улетел. Молодцы, молодцы. Вот такие люди здесь сердечные. Забеспокоиться за всех. Вот наш герой, Кахраман. Распустится сам он. Кахраман, Кахраман, сын. Столько голубей. Ne kadar bu? 1,5. Hadi canım gel. Удовольствие получаешь, друзья мои. Кафаташка. Покажем вам золото. Столько их тут все много. Это, скорее всего, белое золото. Ну, чтобы сказать мне, ага, дизайн понравился, такого нету. Вот смотрите, да, прямо кольца. Все какое-то деревенское. Современного дизайна нет. Это цветок и это. А? Вам нравится, скажите? Не, нет. Так, пошли мы. Походим, пока мы, у нас время есть. Походим. Вот самый центр Мерсина. Высокое здание самое. Такой парк. Видите, как переполнено все. Я хочу сейчас посмотреть себе
Хотя я вот сегодня в этих сапожках, да, иду, новых, они классные, но я хочу себе хорошую обувь посмотреть. Говорю Ашкему, найди мне хороший обувной магазин, где есть кожаная обувь. Там тоже, смотрю, что-то есть, ну посмотрим. Посмотрим. Мои сапожки самые лучшие. Фло, я здесь не нашла ничего. Я сейчас нахожусь в Роше. Здесь такие скидки есть. Для меня, как сказали, скидка, так как у меня день рождения. А Yani bu 300 normalde, bu 310 lira ama siz sadece 310 lira. Tamam alacağım. Посмотрите, как они делают скидки. Это стоит 300 и 300, а мне 2 за 300. Şu maske almışsınız ya, o da sizin hediyeniz. Подарок тоже. Покупайте в Роше, девочки, мальчики. Burada bu hediye. Aha, podar. Şunlar. Evet. Burada da bu hediye. Aha. Посмотрите, какие подарки. В общем, вот это все подарок. Вот так вот. Şimdi, я делаю покупки. Şurası, bu hariç. Uh-huh. 281.30. Uh-huh. Önce burayı keseceğim, sonra onu alacağım. Uh-huh. Tamam. Tamam. Siz bilirse, da? Я купила колготок себе. Пока у нас есть время, мы тут. Встреча назначена. И мы решили с Ашкемом походить, посмотреть обувной магазин. Здесь нету ничего. То, что мне нравится, здесь нету. Ну, мой муж объясняет. Ой, какой красивый. Смотрите, Мерес Перде. Занавески магазин. Эндер объясняет это тем, что в этом районе не купят обувь за 200-300 лир и больше. Поэтому не открывают магазины. Погода испортилась. Семичики. Bu eski Mersin, eski... Eski mi? İlk mahalleler. Это начало, начало. Вот смотрите, кто живет в Мезетли, Теджи, Эрдемли. Есть и такой Мерсин. Наконец-то едем домой. Гуляли сегодня. Я свои новые сапоги выгуляла. Ничего вроде бы не так. Только немножко стянула. Сжалась все с утра, как одела. Сейчас надо идти на базар. Попрошу Эндера, чтобы он сам пошел. Потому что я